Привет, ребята! Сегодня мы продолжаем нашу готовочку. Наверное, думаете, блядь, алкаш ебаный, да? Ну, блядь, так и есть, нахуй. Только под синечку получаются вкусные блюда. Смотрите, у нас он маринуется сутки. Сейчас я еще раз помешаю. Вот, гарнир у нас будет супер спагетти с сыром. Ну и, собственно, все это будет потом приправлено зеленью, вкусно тогда. Вроде бы ничего особенного, использую два типа сыра, один как для супа, один твердый. Ну, чтобы вообще было купаиже, блядь. Итак, ну что, приступаем, блядь, к перемешке этой хуйни. Итак, братва, перемешали, чутка подсолили, потому что, ну, может, соль в себя взяла, хуй его знает. Ну, главное, не переусердствуйте, потому что лучше не досолить. Теперь смотрите, момент один. Мы сейчас это все добро выкладываем, да? Да, блядь, чтобы же вам видно было. Вот, блядь, забыл смазать. Ладно, сейчас 5 сек. Так, все, положение дел исправлено. Выкладываем. Ну, ничего заумного нет. Ложим. Вот, чтобы было все красиво, купаиже, да, блядь? Чтобы кушать можно было потом заебись. Ой, индеечка сочная будет. Теперь смотрите, вот эту тему не надо выливать, а то, блядь, ебанете это все в раковину. Это во время готовки будете поливать, чтобы оно было прям сочное-сочное, понятно, да? И лучше пропитывалось. Вот, ну, по желанию, кто-то может насыпать сюда картошки, риса. Я буду готовить в чистом виде, так как, уже повторяюсь, я буду варить спагетти. Ладно, ребята, приступаем к готовочке. Смотрите, братва, еще тут дали хороший совет вчера. Вот в этот соус, который мы будем поливать, да? Вот я туда перчика еще добавил. Чуть-чуть соли, чтобы посолонее был. И рекомендация такая еще. Добавляем туда обычный соевый соус. Говорят, блять, новая бутылка. Мазафака. Думаю, хватит. Да хуя не надо лить. Вот. Придает какой-то там, блядь, пикантный вкус. Но мы сегодня все равно экспериментируем. Так что, все, наблюдайте за процессом готовки.